Все олимпийские символы – медведь, заяц и снежный барс – живут в Красноярском зоопарке. Ну а как они проводят свой день, эти прекрасные звездные животные, мы узнаем прямо сейчас. Олимпийские талисманы – часть олимпийской символики. С 1972 года обязательный атрибут зимних игр. Их предназначение – показать самобытность страны и отразить олимпийские ценности – совершенство, дружбу, уважение. Феликс, привет! Как настроение, как дела? Обитатель Арктики красавчик Феликс переехал в Красноярск еще малышом с северного острова Врангеля. Он такой же упитанный, как и олимпийский символ, потому что очень любит полакомиться рыбкой и мясом и съедает до 10 килограммов в день. Пока еще холост, но это ненадолго. В соседнем домике подрастает невеста Аврора, и между ними возникла пока важная олимпийская составляющая – дружба. Он чемпион по плаванию и чемпион в тяжелом весе. Насчет того, чтобы поднять там тяжелые какие-то свои игрушки, канистры с водой, это он первый у нас всегда. Белый мишка у нас не один, у нас пара живет рядом, его невеста Аврора, она совсем еще молоденькая девочка, тоже очень любит купаться и также она любит кататься с горки. Я думаю, здесь санный спорт у нас будет на первом месте. Действительно, зимой зоологи делают горки для медведей небольшие, они с удовольствием с них скатываются. Семейство зайцев-беляков – старожилы зоопарка. В Роем ручье они с 2000 года. Ушастые сейчас в лучшей форме – в зимних белых шубках. С удовольствием грызут морковь и веники из сухой травы. Но еду берут только из знакомых рук. И не страшно, что они трусишки, зато быстро бегают. Так что тем, кто захочет разглядеть живых прототипов игр, понадобится олимпийское терпение. Зайцы чемпионы по скорости у нас. Зайчиков у нас несколько, сейчас 3 живет, но не знаем, сколько их будет к весне, потому что размножаются они у нас очень хорошо. Но при всенародном голосовании золото взял пятнистый хищник. Набрал большее количество голосов. Как никто другой отражает олимпийскую ценность совершенства наша красавица Бьянка. Грациозный прототип белых игр. Правда, без сноуборда. Несколько лет снежная королева барсов жила в Казанском зоопарке со своим мужем. Но отношения не сложились, сейчас экс-супруга ищет свою любовь в Сибири. Не так-то просто найти жениха с хорошими генами. Свое одиночество заедает отборным мясом около 6 килограммов в день. Десятилетняя Бьянка очень независима и своенравна, как и Фортуна, по отношению к участникам Олимпиады. Сама грациозность и прыть, то есть она очень такая вся гибкая, можно сказать, спортивная, любит играть она у нас. Как ни странно, Олимпийские игры никак не отразились на жизни живых символов. Численность поклонников и назойливых папарацци не возросла. Посетители зверинца обитателям не надоедают. А это проявление самой важной олимпийской ценности – уважения.